Ну, можно ли так долго? Скорее, Катя! Кто ты такой, черт возьми? Да-да, свинья, я к тебе обращаюсь. Все сожри, все без остатка. Ну а что потом, а? Как мы оказались здесь? Ну и омерзительная же у тебя работенка. Не нашел таки на меня времени в своем плотном графике, жир трест несчастный. Ну ничего. У меня все схвачено. Я тебя быстренько надоумлю. Нам тут не место, слышишь? Я помню тебя не таким. Где ж твой сосед, которого ты так страстно клялся пригласить к ужину и потом нарочито игнорировал? А ради чего? В гнусной надежде полакомиться всей этой кулинарной феерией в одиночку? Пустился до того, что катаешься здесь как сыр в масле, и перестань пялиться, словно я музейный экспонат. Пора бы тебе измениться, дорогой Семен Петрович. Сейчас же разыщи соседа и пригласи его семью отужинать. Не сделаешь. Ну ладно. Напрасно ты это. Я не так наивен, чтобы требовать от такого, как ты, не имея рычагов давления. Скажем иначе, если я не смогу получить желаемого, не сможешь и ты.